Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня мы начнем играть в Форт Фраксенбрюхе. Ну вот, с этим товарищем мы только что играли. Непонятно, он хочет играть, может играть. Это, блядь, пиздец начался. Ладно, попробуем. Может быть, все не так плохо. And if it wasn't for Fort Braxenbrooker, they'd be even farther afield. I'd suggest you get out there and make sure Fort Braxenbrooker holds. Avoid the siege lines by taking a secret path down by the river. Chances are the rat men know about it, but beggars can't be choosers. Да, это уже вторая попытка, но я смотрю, тут товарищи пытаются в эту карту сыграть, и, видимо, одна и та же компания соберется. Но ладно, попробуем тогда с ней, бог с ним. Сигмар с нами! Только сейчас загрузится все. Ну что, давайте, товарищи, за императора. За все хорошее. Против всего плохого. Спасибо. Короче, вон там чувачок сейчас найдет. Ту самую книжечку. Ну или нет, еще дальше. Здесь вот предметик. А здесь, собственно, была книжечка. Блин, она сразу по два кидается. Кто у нас здесь? Эй! Вонючка! Короче, насколько я правильно понял, берсерков нужно обходить и уворачиваться. Ай, блин, кто такой? Кто этот умный человек, который активировал? Воу. Знаете, мне кажется, это была, конечно, плохая идея в целом. Хотя, конечно, вроде нормально прошло. Ай, якорный бабай. Да, то есть, якорный бабай, я в... В упору это самое втюкнулся. Просто возьми, можно не пить. А, ничего нет. Обидно.
Ну не бегите, товарищи. Подождите маленького коротконогого товарища. Я маленькая лошадка, но причиняю много урона. Так, кто там? Нее. Че? Выпью? Где же кружка? Пойдем. Ой, ядрит Мадрид. Вообще, к своим присоединись. Ой, я... Кто там? Хочет умереть. Раньше времени. Короче, если никто не подберет этот гребаный, я по крайней мере покажу, что он лежит здесь. О, супер. О. Я возьму-ка. Выбью. Сам ему, конечно, выбить. Там фанатик. Критические удары, они с... сами по себе родятся, скажем так. Кто там? Супер. Ай-яй-яй. Где ты там, блин? Кто здесь? Эх! Ненавижу. Да, все-таки убили, да? Ну молодец, молодец, бляха-муха. Ой, блин, еще эти крысы проклятые. Этот самый, короче, полный пипец. Ой, блин, взял в морду, так и херанул. Ух, пипец, член пипен. Короче,
значит, мелочь плюс спешл, который постоянно... Кто у нас там? Прислужница. Блин, ты же это самое, убежала, а потом... Короче, бежать, 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 да. Вон у тебя скорость лежит. О, одного спасли. Супер. Блин. Куда вы все попёрлись-то, а? И... Понятно, что все там. Блин. Тут застрянешь в этих... Тебя... Все эти снимут. Подобрали, а где второй? Second Tom. А вот он. Я забрал. Так, я смотрю, там товарищи уже идут за гримуаром. Гримуар довольно легко найти, то есть по этой пещерке. Вперед, 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 вперед. И снова вперед, и снова вперед, и вперед, и вперед, и вперед, и вперед. И вперед, и вперед, и вперед, и вперед. И вон человечек нашел этот гримуар в этой вот гробанице. Да, в этой вот гробнице. Сюда пошел. Ну, пойдем сюда. Какая нахрен разница? Главное по парам. Пара по парам. Ну и чё? И чё мы думаем? Что там у вас случилось, блин? Разошлись, да? На самом деле, пофиг. Где идти-то? Так или сяк? Stormer.
так или сяк, или через косяк, неважно. Один черт, повери. А это как там было? А вот что-то поднять надо было. Кто-то есть желающие? Ну тогда я возьму. Ба-ба-бам, ба-ба-бам. И здесь вот. Вот и третий том. Все. Ну что, ключевой момент. Как-то ты хитрыми путями пошел. Ой, хрен наськи. Что, блять? Пиздец такой. Да что ж такое? Что с тобой не так? Ай, блять. Гримуар, и это точно. Блин. Блять, ну пиздец. Гримуар потеряли. А ты прикрывай, пожалуйста, этого товарища. Не там ты должен находиться, не там. Как мне кажется. А вот... Что за красавчик, а? Эльф. Спасибо. Поехали обратно. Добну. Отвали. Да блять! Не успел встать! Сожрали. Причем быстро так, а? Просто пипец какой-то. Спасибо. Спасибо, чувак.
Я тебя никогда не забуду. За первый раз, блин, никогда не забуду. Щу-щу-щу-щу. Так, побежали, побежали. Что-то никого нет, видимо, после... Видимо, после потери гримуара нам дали передышку. Это даже забавно. Бля. Все. Да что ж такое? Продлить осаду. Еще раз нужно стрельнуть. А, нет, надо сваливать. Все, все как по учебнику. Надо валить. Валить. Что-то я вообще никогда этим особо не пользуюсь. Жижи, ПП, пизда-то поиграли. Ну, грим потеряли, это было обидно. Ну да, и это момент с этим Огрином, который на пару с Буревестником и на пару, короче, со всей этой мелочью, это тоже пипец был. Сундук генерал, нормально. Не то чтобы офигенно дофига. Вот. Но тем не менее достаточно. Урон монстром. Поджог. Да. Все. Всем спасибо, дорогие товарищи. Лайки, подписки, шары, донаты. Все, что в ваших силах. И увидимся в этой или в другой игре. Пока.